Еще в школу не пошли, а уже на коньки встали. У дошкольников все, как у взрослых. Защита, шлем и, конечно же, клюшки. Экипировка отличается только размерами. В Ледовом дворце Чебоксары-арена прошел мастер-класс для самых маленьких хоккеистов. Позаниматься с ними приехал тренер по хоккею Игорь Михеев. Среди ребят был его маленький воспитанник Даниил. Начинающий спортсмен с удовольствием поделился, почему он выбрал именно хоккей. Мне нравится заниматься хоккеем, потому что это интересно. Мышцы будут на ногах и на руках. Мне очень нравится хоккей. Участие в мастер-классе приняли малыши из 9 и 24 детских садов. Тренер Игорь Михеев провел разминку, познакомил детей с экипировкой хоккеистов и показал основы этого вида спорта. Но как же без практического закрепления полученных знаний? Самым интересным для дошкольников стала тренировочная игра. Уже на первых минутах шайба была заброшена в ворота команды детского сада номер 24. Но, как все мы знаем, в детстве всегда побеждает дружба. После игры маленький хоккеист Илья поделился своими впечатлениями от мастер-класса. Мне понравилась тренировка, я хочу заняться хоккеем. Сам же тренер Игорь Михеев подчеркнул, что такие мероприятия нужно проводить для дошкольников в целях популяризации здорового образа жизни. Я думаю, детей в любом случае нужно приучать к здоровому образу жизни, к спорту, к физкультуре, поэтому чем чаще, тем лучше, конечно. Я пожелал бы этим детям, которые сегодня пришли сюда, прийти на хоккей ко мне на тренировки, то есть заниматься хоккеем уже профессионально. Все ребята получили заслуженные сладкие медали и грамоты. Отрадно, что администрация города Чебоксары особое внимание уделяет созданию благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом для маленьких горожан. Ольга Василик, Бахтияр Велиев, «Жизнь столицы».